Эта импала весом в 55 килограммов стала бы достойной пищей для прайда. Импала очень быстрая, и одна из первых львиц не может поймать ее. Вторая тоже не может. Самая быстрая львица в прайде, одна из нападающих, прыгает прямо на шею антилопы. Это может показаться удачным броском, но... Вся погоня была четко спланирована. Цель первой львицы — не поймать импалу, а направить погоню в нужном направлении. Вторая львица ведет импалу прямо в лапы третьей, которая точно рассчитывает время прыжка. Львица, поймавшая импалу, самая быстрая нападающая в прайде, поранила лапу. Также она получила внутреннюю травму. 3 дня спустя львица умирает.